Дональд Трамп возглавляет делегацию США на Генеральной Ассамблее ООН. Во вторник президент выступил с большой речью, в которой, в частности, предупредил, что если США и их союзники окажутся в опасности, то у Соединенных Штатов не останется другого выхода, и Северная Корея будет уничтожена. Он также выразил недовольство соглашением по ядерной программе Ирана. Позднее Дональд Трамп дал понять, что о войне с Северной Кореей речь пока не идет. «У нас были прекрасные встречи, и еще много встреч запланировано. Они очень-очень продуктивные. На них были представители народа Японии и народа Южной Кореи. И снова у нас будут другие встречи сегодня, завтра и послезавтра. Мы достигли значительного прогресса. Спасибо». В среду посол США в ООН Ники Хелли подтвердил, что США намерены разрешить северокорейский кризис дипломатическими методами и пока не собираются выходить из Иранского соглашения. Кроме того, Хелли отметил, что Дональд Трамп в последнее время публично называющий Ким Чен Ына не иначе как ракетчиком, добился цели, и это прозвище начали использовать иностранные дипломаты. На полях ассамблеи Дональд Трамп проводит многочисленные встречи с мировыми лидерами. Премьер-министр Австралии Малком Тарнбулл сообщил, что США начинают прием мигрантов, которые долгое время находились в лагерях беженцев в Тихом океане. Речь идет о переселении примерно 1250 человек. Соответствующее соглашение США и Австралии было заключено президентом Бараком Обамой. Президент Трамп назвал это соглашение глупым, но подтвердил, что оно будет выполнено. В среду, 20 сентября, был открыт для подписания договор о запрещении ядерного оружия, принятый 7 июля 2017 года. К нему немедленно присоединились десятки государств. США, как и все государства ядерного клуба, не поддерживают этот договор.